На Шымкентском химфармзаводе реализуется самый крупный в Казахстане инвестиционный проект, который предполагает производство ампулированных растворов. Его мощность будет составлять 350 миллионов ампул и 4 миллиона пакетов в год. Проект планируется завершить в середине лета следующего года. Производство инъекционных форм для Казахстана крайне-крайне актуальная тема. Иностранные аналоги подобной продукции очень дорогие, и мы планируем выпускать нашу продукцию в соответствии с международными стандартами качества, но при этом по цене доступной для отечественного потребителя. Проект инвестируется около 30 миллионов долларов. Новый корпус уже почти готов, и теперь на предприятии планируют начать завозить оборудование, которое будет в основном европейского производства, итальянского и немецкого. Как рассказали в руководстве предприятия, при производстве лекарственных препаратов возможно будут использоваться и местные ингредиенты, лишь бы они были соответствующего качества. Планируемое количество продукции примерно половина того, что хотело бы выпускать руководство. По объему мы продаем более-менее 50% всего местного производства, значит 50% казахстанского производства. В общем, если посмотреть на рынок, это получится около 15-20% в натуральном выражении. В денежном выражении это будет около 5%, значит наше лекарство намного дешевле, чем импорт. Программа расписана до 2014 года и рассчитана на 65 миллионов долларов. 30 миллионов пойдет на строительство нового цеха, остальные на другие цеха и обновление инфраструктуры. Сегодня только сотрудников предприятия в Шымкенте работает около 1000 человек и 1200 по всему Казахстану.